5 августа, да. Уже отъехали от первого мостика, вон там виднеется перила вдалеке по цвету флага российского. И вот подъезжает сюда Игнатий Иванович, батюшка наш, отец Яким, и брат Никита. Сейчас камера плохо приближает. Вот они едут. Вот это мы тут между первым и вторым мостиком. Это весной у нас сделана такая баррикада, плотина, чтобы можно было уровень воды поднять. И вот остатки воды будут выходить здесь. Вот посмотрим, сработает наш план этот или не сработает. Вода-то поднимается, смотри, даже заметно. Вот насколько планируется поднять воду. Вот подведи. Чтобы она не пошла, здесь русло сделано из камня. Скорость воды понижается. И дальше будет падать на камень, чтобы там ямы не было, как на лагерном пруду на Комогорихе. Тут запускает, оттуда идут коровы. Чтобы они не разломали эти подпорки, еще огородка. И везде загорожено. Ниоткуда скотина попасть не может. Вот. Здесь надо помнить, если случится... Туда скотина уже не перегнать и не перейдет она. А? Так выходит. На ту сторону скотина уже не переходит. Вон она где, вон она идет. Прямо, прямо туда, там, там же свободно, сухо. На ту сторону переходит. Если им надо здесь, вот здесь можно перегнать обратно, сюда на нее. Еще на метр поднимется, это... Это много очень будет. Много, да. Но. Для чего весь труд этот? Она меньше там была, может, мы замерили все, сколько здесь, до сантиметра. Пошли да, туда, все это... промерили. Получается, самый высокий уровень, который поднимется, здесь вода пойдет вот по сваям, то у нас в запасе там остается на самом низком месте еще 75 сантиметров. Но если по ощущению она на льду будет и не сможет пойти по этому, она пойдет по низкой части, которая в конце плотины, фактически плотина закончилась. И она там даже размыть не может. Первый сбросит воду и все. А здесь, а если нужно будет разбирать, ну значит разбирать только так. Камень в сторону и... Ну здесь уже где-то, здесь не разобрать уже, здесь только взрывать. Весной где ты разберешь, там один камень не вытащишь, все мороженое. А, в мороженое? Ну, а когда? Разбирать весной. Вот, вот, смотри, ступеньки. Ну. Весной разбирать. Попробуй разбери. Никак. Ну, а как? Мы же такой труд положили, мы обязаны поднять. И тогда завести хороший скоростей. Там что? Вот сейчас уровень, так, там в озере вот такой вот уровень. Выше его на 75 сантиметров поднимаем. Много подняли. Потому что где у нас поставлены доски были, ни в одном месте не сработало, нигде. Самый момент, когда вода начинает спадать, никто, никого нету. А когда доски ставят, а уже она пошла на убыль. Задержать воду на пределе, как мы делали на Рыжковском, ни разу не сделали, нигде. Ни на Симаковском, нигде. Только это должен кто-то стоять и быть дежурным круглосуточно. Да, да. Да. А этого здесь кто будет круглосуточно дежурить? Ну а как? Доски поставили, вот пришли, она уже выше досок идет. Сняли только доски, опять поставили. Это непросто. Вот это то, что мы сделали, тоже непросто. Ну, вот сколько ты погляди, сколько возни здесь было, сколько свай. Сверлили это, чтобы в землю забивали. Ты прикинь-ка, сколько здесь труда заложено. Да много вот труда. Это вот, это все вручную выбрали, вот сзади-то глина. И соломой с сеном трамбовали. Вот это до самого основания, это вот на такой высоты, вот это все вручную таскали глину. Забили. Ну, по-другому никак. Если этот уровень сейчас выдержит, все.
задача выполнена. Тут уже любая рыба может выдержать теперь. Сегодня определенно больше 70, почти 3 метра. Здесь весной даже уже делать нечего даже. Как здесь смотреть? Ничего. Надо там. Ну смотри, только стоять и смотреть. Больше ничего. А что это? Это весной было. Мы прокопали до земли, допустим, 3 метра в снегу прокопали. Дали ход в воде. Вот. А сейчас вот так вот копать надо, да? Намного меньше. Уровень-то воды насколько поднялся? До этого дальше зачем копать? Дальше и не надо. Вот она на 75 сантиметров должна подняться и дальше пойдет. Ну а про первый мостик не говорим, там все выполнено. Даже раньше это было, никогда снег не копали, чтобы здесь копали. Я не помню, не было такого копать. Но вода уходила поэтому. Вода была, плотина была, и она уходила, вода была ниже. Не знаем мы, потому что да, мы не знаем даже, когда это вот тоннель сделали под низом. Какой? Ну где? Под трассой идет вода. Там-то? По Терявке, напротив школы. Ну да когда сделали? Тогда, когда еще жили, сделали это. Ну, кто делал, когда, в какое время? Ну, кто время? Делал, я не знаю, кто делал, но я помню, что было, сделали. Ну, были там, Валя еще говорит, мы учились, скрывались там, прятались. Да. Но мы не знаем, кто делал и когда, мы многого не знаем. Кто делал? А что, копать вполне они могли, послал председатель людей, сделали, а мы откуда еще знаем, сидим, школьники? Да не, ну все, снег, чтобы копали, это все равно бы знали. Тогда это делали помощью всегда, объявляли помощь. Председатель не мог послать там 2-3 человек. Такие работы все делали помощью. Даже лед, когда заготавливали на ледник, и то всегда помощь была. Мы там на санях, я помню, возил лед, там мужики пилили, женщины там затаскивали в ледник, укладывали лед. Это все дело помощью. То есть нам бесплатно делались, но там барана резали, там в ящик водки брали. Все потом, угощали всех. На этом ну вот пока так. Весь расчет был. Уровень воды не будет поднят, значит рыба вся задыхается. Это намного шире. А в леднике что там хранилось-то у вас? Даже холодильников не было, хранили что? Сливки, молоко. Подземно, там яма осталась у нас около коровника. От колхозного производства. Колхозе же можно, много было, больше 200 коров дойных. Каждый день сливки были, сепаратор большой. И вот сливки там охлаждали. А потом увозили на маслозавод. Потом увозили за Шарщина. Там маслозавод был еще за Шарщина, от Шарщина еще 7 км в сторону. Ну, туда его сдавали, эти сливки. Зимой на лошади возили. И зимой на лошади, и летом на лошади. Потом уж машина стала, это где-то уже в 60-м годах машина-то стала. Была, это точно. Вот называется шлюз. Поднятие воды. Да. Пониже бы надо было сделать, так она пойдет, если пойдет, она и пойдет, и вода и будет выбирать, где ей лучше вот идти. Она выбирать пойдет куда, там она не должна идти, там намного выше. Где, она... где выше? Ну там выше, и здесь. Так это какого там, на 20 сантиметров выше? Ну она широко идет, она... ширина-то она... большая, достаточная. Вода сильная, вода идет здесь вот такой же шириной примерно, и там толщиной там она идет полметра. Вода сильная, потому что лага издалека, когда если ну, скорое таяние быстрое, то вода сильно шла здесь. Здесь если это, то не выдержит, сбивает с ног. И здесь и там было. Пошли тогда кто? Роман, Романа там снесло его и в это. Ну вот. С кем они пошли там? С Виктором. Ну вот так решили, что. А что, вода когда идет, что она замерзшая? Когда вода идет, так уже все растаяло? Ну конечно. Вода идет, что она, мороженое все. Мы там же на рыжках там стали, да, а что там, продолбили там сверху 20 сантиметров, а дальше все мерзло идет, а вода идет. Она не оттаивает еще, оттаивает это верхняя, а земля еще вся та мерзлая под этим. Нигде ничего не сделаешь, на плотине лопатой на штык не копнешь нигде. Но даже если она тут поднимется, она не размоет, раз она замерзшая будет. Так она постепенно, она, когда вода идет, то она как-то там смывает, смывает, смывает и размывает. Ну таким слоем вот здесь. Ну, до весны, сейчас еще раз говорю, до весны там видно будет, что будет весной. Ой, благослови Господи. Дерзновенная работа была.
благословляется, освящается. Место. Сохрани, все, Господи, и помилуй. Благословляется, освящается. Место святого. Не воды, все священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я экран-то закрываю, дальше ничего не будет видно. Все? Нет, здесь у нас контроль. Поехали на второй мостик. На втором я как раз покажу. Здесь еще нет. Заготовку, чтобы поднять там чуть-чуть. На втором мостике. Тут мы сестра. Вот сколько выбрали. Да? Вот он трактор прошел. Вот. А это уже мы это все вытаскивали туда. Так, поле было маленькое, здесь все было. Иди наши велосипеды покажи. Не звонили, не доехали, нет? Звонили сегодня. Приехали? Приехали, да. Долго ехали. Это я нас уже третий забирался в сторону. Вот, не, видать, они с Барнаула, может, ехали поле. Это Красноярск. Вот идет высоковольтная линия. Там дорога на 200 метров повыше ее только. Так ярко. Они, Никита, в Москве заезжали еще, там дедушка или бабушка у них живет. Куда заезжали? В Москве. Кто? Ну, Марина. Марина в Москву заезжала? Ну, конечно. Так она отсюда поехала в Москву, не в Красноярск. Это в обратную сторону, Москва-то. Ну, может быть, я не знаю. До Москвы двое с половиной суток, трое суток. А, да. Да туда. Ну, ладно. Слава Христу.